Как фамилия? Ермаков. Минут 14-8. Этап, который только что завершил ученик Скопинской школы, называется фигурное вождение на велосипеде. Здесь все как при сдаче экзамена на категорию Б. Нужно не только выполнить все элементы, но и не задеть конусы. Иначе штрафные секунды. Есть и опасные повороты, и участки, где требуется большая ловкость. Но это уже второй этап областного конкурса юных инспекторов «Безопасное колесо 2021». За городом в лагере проходит именно второй этап, на который прибыли всего лишь 10 команд, по 4 участника от каждого района, 2 мальчика, 2 девочки в возрасте 10 лет, которые проходили различные испытания. 10 команд – это лучшие из лучших, победители регионального этапа, на котором изначально их было вдвое больше. Этап, кстати, проводили в необычном режиме – онлайн. И вот его победители как раз и приехали в лагерь. В первый день ребята соревновались в лучшем знании ПДД, основ оказания первой помощи и построения безопасного маршрута движения. Во время каждого этапа хорошие баллы набрали ребята из Копина. На базе школы у нас в рамках внеурочного занятия мы занимаемся как раз по профилю юных инспекторов дорожного движения, тем более курс ОБ. Уже все это близко, и стараюсь и в районе участвовать при организации проведения конкурса юных инспекторов движения, вот оборудование сам готовлю, вот, ну и соответственно сам заинтересовываю ребят. Скопинские юидовцы и стали абсолютными победителями соревнований. Призовые места также заняли команды из Кораблино, Новомичуринска и Ряжска. Однако именно скопинцы поедут на федеральный этап конкурса юидовцев. Валерий Седов, телекомпания «Город».